А в Бишкеке тем временем появились два увеселительных заведения с явно политическим подтекстом. На одной из центральных улиц практически друг напротив друга открылись Путин Паб и Обама Гриль Бар. Причем еще до дня презентации данный факт уже вызвал недоумение общественности и местных чиновников. Открытие Путин Паба интенсивно рекламировалось как в интернет-сети, так и на билбордах. Известно даже, что власти кыргызской столицы сняли 4 баннера, которые информировали о дате открытия Путин Паба. Они мотивировали это, во-первых, неэтичностью, а также тем, что Путин – это глава другого государства и не должен появляться на рекламных счетах. Что касается Обама Гриль Бара, то здесь реклама была более скромной. Но, судя по посещению, многие эксперты уже говорят, что жители Бишкека стали ходить и в то, и в другое заведение только ради интереса. Но не исключают, что вскоре люди разделятся по политическим предпочтениям. Ну, очень хорошее название. Нормальное название. А что вам не нравится название? Мне нравится, что то нравится, что это нравится. Хорошее. Какая разница? Красивое название всегда. Как корабль назовешь, так он поплывет.